друг друга поприветствуем. Как говорил классик, самый лучший экспромт – это четко выверенный текст, написанный на бумаге. Вот у меня он есть, скажу честно, но маленький нюанс, череда событий, которая предшествовала нашему выступлению, внесла некий сумбур в четко срежиссированный план, поэтому придется, как говорится, работать по экспромту. Прежде чем мы начнем, я расскажу, кто мы, что мы здесь делаем и какую музыку играем. У меня есть несколько организационных вопросов. Как говорил наш бывший президент, позиция номер один. Учитывая, что карантинные ограничения в нашей стране еще не отменены, мы просто обязаны, и я подчеркиваю, мы несколько раз за сегодняшний вечер будем вам об этом напоминать, пожалуйста. У нас есть планы в вашем городе выступить еще во время вашего прекрасного праздника, День Металлурга, 19 июля, чтобы у нас не возникло проблем с нашими планами на 19 июля. Я убедительно вас прошу соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными масками, если у вас таковые есть. Позиция номер два. Я вас убедительно уверяю, как музыкант, уже с достаточно длительным стажем, гораздо лучше звук будет за фонтаном. Сидя непосредственно перед сабвуферами по 2 киловатта, вы будете не сильно, скажем так, звук будет не сильно качественно восприниматься. Поэтому, если есть возможность переместиться за радиус фонтана, это будет гораздо лучше. И третье. Если здесь есть родители с маленькими детьми, я убедительно вас прошу не допускать их к аппаратуре, к светящимся фонарикам и все прочее. Это небезопасно. Теперь о нас. Мы кременчугская кавер-группа «Киномания». Учитывая, что большинство из нас рождение припало на 80-е годы прошлого века, вполне понятно, что юность наша проходила в те времена, когда легендарная рок-группа «Кино» и не менее легендарный исполнитель, рок-музыкант, художник, поэт Виктор Цой были просто легендой. Разумеется, их музыка, их тексты в наших жилах. Поэтому мы исполняем сегодня для вас хиты группы «Кино». Возможно, многие из вас знают, я лишний раз напомню, что в этом году исполнится печальная дата, печальный юбилей, 30 лет, как мы живем уже без Цоя. В 90-м году, 15 августа, Виктор Цой трагически погиб. Собственно говоря, учитывая эту дату, мы приготовили так называемый трибьют-проект. Если кто знает, что такое трибьют, замечательно. Если нет, я поясню в нескольких фразах. Трибьют – это максимальное воссоздание оригинального текста и оригинального звучания. Смею предположить, весьма смелое заявление, я должен сказать, что подобного исполнения музыки группы «Кино» вы в своей жизни не слышали. Если слышали, вы подойдите, скажите мне, кто это делал. Мы постараемся сделать лучше. Группа «Киномания», мы начинаем.
Скажу.
щасливі з тобою сьогодні віддання. Ти веди, не свертай і не зупиняй, я не та і нового дня.